всех, даже больше маньяка. Но он прям вообще тут что-то намешал красного. Все фиолетово, во-первых, все пятки фиолетовые у него. И вот эти предметы, которые использовал, они все красные. Господи, почему я картавый? За что? Что случилось? Ну блин, я картавый. Меня это бесит. Ну, бывает. О. Так, а я так и не понял, для чего вот эти... фонтаны, или как это назвать? Фонтаны? Ну вот где можно вот эти сосуды собирать в тему годовщины. Вот стоят наши фигурки, и по правое плечо твое, ну получается по левое, да? Угу. Вот это желтое кольцо парящее. Я сам не знаю. Я за все матчи только на одно наткнулся и его подобрал, и все. И хватит, да? А чё, зачем? Нихуя не понял. Так. Так, вот, блин. Короче, блин, я тут прям, блядь. Не качать, деда. Чё ты там? Супер, блядь, супер на... Я нормально, супер гуд. Да. Короче, я поставил красную карту. Поставил тот мод, который позволяет вроде все всем сопартийцам видеть то, что я смотрю. Mm-hmm. Я поставил тринкет, который сохраняет эту карту, если я сдохну. Хотя у меня их несколько. Ну поебать. Прикольно. Да, вроде, я так понимаю, модификации слетят, но может и не слетят, не знаю, ну, короче. Ну, по идее, должны слететь, иначе какой толк? Так можно до бесконечности. Просто они слетают, когда даже если у тебя предмет остается, обидно. Вот, а было бы круто, если бы тринкет хотя бы мог еще их сохранить на разочек. Так, хуй. Ну, это вряд ли. Ну да. Ну, я хотя бы заценю, действительно ли сработает эта фигня или нет. Правда, у меня такое ощущение, что там будет такая каша, что, может быть, не все каша сразу маваша сообразят, что вообще там показывает, блядь. Потому что там покажут и генераторы, и крюки, и ловушки, и всякую хуйню этих маньяков. Mm-hmm. И сундуки, блять, и даже люк нахуй покажет тебе, и ворота. Настолько это... крутая карта. Блин, ты сможешь мне заскринить, что ты там такого классного поставил? Мне прям жутко стало интересно. Нет, из модификации у меня там... одна модификация позволяет всем показывать то, что я вижу, а вторая увеличивает радиус действия. А сама красная карта, она вот всю эту хуйню
Показывает, то есть она Rainbow Map Ultra Rare. Нахуй. Ладно, как и быть. Она возьму настолько тогда крутая. Ящик. Таких карт у меня три, а вот мод на, чтобы всем показывать, один. Так что, блять. Надеюсь, я не проебу. В первый же, блять, полминуты, нахуй. Появлюсь и сразу у меня это, сразу на крюке, нахуй. Четверочка красивая. Ну да. Ох! Так, мы походу рядом появились, да? Или ты... Да. Ага. Так, ну короче, я юзаю. Давай. Побежали сразу в здание тогда. Вот это. Тебе показало? Да. Садись. И крюки показал, и генератор. Да, а да. Этот что не стал? Что творит? Дурачок, ну, Двайт. Это ж Двайт, блядь. Не удивляйся, да? Он просто приседает, он нас... Он раздражает. Странно, да, что мы проигрываем? Я не понимаю, как у нас два игрока вышло, я еще выжил против Майка. Я буду дособирать, если что. Угу. Все, я уношусь. Ой, блять, он прям рядом. Это пила. Да ладно. Да. Ты сейчас вообще ни разу не обрадовал. Я знаю. И он прям рядом с нами стоял. Я боюсь, что если он сейчас использует свою способность, то возможно, что он сейчас за кем-то охотится, а его не слышно, блять. Но он только что был у меня, полный рост, и у меня сердце бьется. Он бежит за мной все это время. Угу. Я прямо на него выбежал. Угу. А этот Двайт просто ходит за ним и приседает. Какой-то ублюдок. Второй то же самое делает. Они не собирают. Вы охуели, что ли? Они меня отдают ему, ты понимаешь? Он серьезный. А, так может они вместе играют. А как? Не может быть. Как мы тогда здесь оказались? Ищи люк. Они и тебя так убьют. За тобой иди. Твою сторону. Понимаю, блядь. Сука такая. Да как? Я перепрыгнул больше секунды назад. Твою мать. Вот за это я терпеть нахуй не могу эту игру. Ищи люк, ты один остался. Наполнился люди. Они вроде что-то делают, но после такого доверия нет, не абсолютно никакого. Он пасет. Да я вижу. Буду тянуть резину. Осталось всего два.
Этот Двайт опять к нему пошел. Они друг друга не трогают. Двайт приседает. Пила башкой мотает. Третий тоже. Занимается какой-то херней. Окей. Он меня не снимает, чтоб ты понимал. Я вижу. Ну я так и понял. Я завис. Все понятно. А зачем ты пришел тогда? Я же тебе говорил, ищи люк. Я тогда, я не знаю, предлагаю... Они ему помогают. Я вижу. Я-то это прекрасно вижу. Ладно. Ну, твари-то нахуй. Пусть меня забанят. Просто ебаная тварь, нахуй. Ну это ебаная гондона. Они знают, что сейчас делают? Они вдвоем? Приседают. Фармят. Он встал, и они разъебали об него ящик. Ну я так и понял, что они вместе играют и фармят это. Что я специально проверил, я вижу, что они делают вид, что типа поднимают тебя, но нет. И когда я подошел, свинья меня подняла. Чтобы повесить на крюк. Но... Он взял твою красную карту, представляешь? Блять. Ну ладно, у меня еще две. Насколько? А, потерял карту красную? Да, я потерял ее. Потому что, видимо, из-за того, что я вышел, тринкет не сработал. Очень жаль. Два пидораса нахуй.